мы вам покажем, как пройти в поселке Малиновка от улицы Дюнная к морю. Мы выходим на улку, вот на эту улицу, и идем прямо вдоль дороги в направлении железнодорожной станции Малиновка. Идя по улочке, у одного из домов мы увидели вот такие интересные объекты. Сейчас покажу. Москвич 401 1953 года. И ВАЗ-2101 1979 года. Ну, это, конечно, не очень раритет. А Москвич-то, конечно, уже подуставший, но тем не менее. Вот такие еще объекты. Пушка, олени, мельница ветряная, машина. Вот кто-то постарался вот такое украсить территорию свою. Вот такие красивые коттеджи в этом поселке. Помимо коттеджей, здесь также практикуются таунхаусы. Вот такие вот интересные дома. Вот мы подошли к магазину «Малинка» на улице Морская, 18А. И продолжаем движение по этой улице по направлению к железной дороге. А за ней будет пляж. Дойдя до станции остановочной платформы «Малиновка», мы проходим дальше и попадем на пляж. Слева мы видим кемпинговый городок. И мы поднимаемся на дюну. И вот с дюны мы попадаем на пляж возле поселка Малиновка Зеленоградска. Вон молодежь ищет волну. Наверное, сейчас будут под парусом идти. Вот перед нами открывается такой замечательный пляж. Песок, один песок. Красота. Пляж протяженный и на всей длине исключительно песок. Сегодня волна, видите? Давайте туда пройдемся. Видишь, никто не... А вдоль берега вот такие песчаные дюны. Как в Анапе. Вдоль пляжа имеются вот такие выходы деревянные через дюны. Вон, видите, качели для ребятишек. Ну и чайки. Вот, видите, качели. Можно и ребятишкам, и взрослым покачаться. Пост спасателей. Не один, естественно. И спасательные круги. Вот такие кабинки с лежаками
и со шторками. Это за отдельную плату. Вот такие душики есть. И водичка. Ну, может, она не питьевая, может, техническая. Вот такие кабинки для переодеваний. И не так много. Спасатели поправляют буйки. Кафе «Гнездо». А там мы видим отели, апартаменты. Даже на пляже мы нашли немного янтаря. Замечательный пляж, я вам скажу. А вон туда дальше, это уже городской пляж Зеленоградска с променадом. Вот и дальше мы видим будки спасателей, разные приспособления для развлечения отдыхающих, будочки для переодевания, ну и песок, и море, хоть и Балтийское море, но все равно купаться можно. Еще разочек повторюсь, пляж замечательный. Всем пока-пока.